Привет, мои золотые, мои дорогие, уважаемые зрители. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Мир вашему дому. Сегодня, наверное, мы покушаем мелочек и глинку, да? Такую вот массу, ложечку не взяла. Ну вот, хочу как-то вот так вот поесть вкусненько. Правда, я поела уже манную кашу. Но думаю, не помешает. Вот с глинкой похрустеть не получается. Вкус такой глухой. Сок ананасовый. Такая вкусняшка. Мне тут некоторые предлагают салфетки дать во время еды. Наверное, это глупо, я думаю. Во-первых, когда ешь глину, вот эту массу, в любом случае вот это все пачкается. Поэтому, когда есть глиняная масса, если кому-то не нравится, не смотрите. Просто смотрите хруст тогда. Потому что, чтобы было все чисто, поесть не очень получается, но я буду стараться. Она такая пыльная.
Вообще обалдеть просто. Посмотрите, какая прелесть. Вот прям купаться бы в этой пудре. Когда ванну принимаем утром, да, душ. Вот из пыли бы меловой принять душ так. А потом только нормальный душ. Это тогда наешься на целый день. А еще мне предлагают не закрывать рот, когда я жую. Я не представляю. Вы понимаете, что все посыпется просто со рта. Может быть, надо камеру повыше поставить, но тогда будет с лицом. И так приподнять голову и жевать с открытым ртом. Наверное, это возможно. Тогда точно ничего не посыпется. Ну вот. Пока еще этот урок мы не прошли. Может, дойдем до этого. Сейчас будет супер грязное видео. Кто не может смотреть на такие вещи, я еще очень извиняюсь. Будет нереально чумазо. Ну, это что-то с чем-то. Оно так интересно. Вы знаете, отлипает от мела. Ну, как-то вот так. Меня, наверное, сейчас все обольют грязью просто в комментариях. Ну, и правда, просто хочется аппетитно поесть. Не предлагайте мне салфетки, они у меня есть, не переживайте. Но если вы так хотите, вы можете меня отправить. Тоже не проблема.